Кто-то войдет, не зная, что здесь происходило раньше, все подумают, что мы разбираем поведение Захара. Причем какой-то очень новой и очень желтой программы для НТВ. Ночной причем. Ну что ж, одни взрослые, и мальчик стоит. При этом каждая собака с микрофоном, а у него микрофона нет. У тебя бить идут уже, еще кто-то идет. Сейчас, Михаил, это охранник, не беспокойся. Это за Захаром. Так, друзья, значит, я хотел сказать о участии зала в этом номере, это естественно, да? То есть у вас истерика непрерывная, от начала до конца. Люди бросают деньги, вещи, чужие вещи, и уходят деньги. И уходят, вот. И, естественно, как бы на припеве у нас, когда начинает группа петь, все подпевают. Неважно, мужчина вы, женщина, неважно, что подпеваете, тоже. Это нормальное поведение на концертах такого рода. Ну что, готовы? Да, я-то вообще давно. One, two, one, two. Шоколад, у нее фигура высших сфер, у нее четвертый размер, у нее ноги аж от бровей, все модели завидуют ей, но есть один страшный изъян, и о нем она скажет сама. Поехали! Ай, какая низуха! Работаем, работаем! У нее в Москве много квартир, у нее богатый папа-банкир, у нее на кухне много конфет и халявный выход в интернет. У нее есть машина Peugeot, не Мерс, но тоже хорошо, но есть один страшный изъян, и она расскажет сама. И вот уже сколько дней мужики все ходят за ней, ведь она уж не на том рубеже, 18 ей было уже, и каждый жены готов ее взять, но зачем-то опять и опять к пианину подходит одна и начинает играть. Ах, какая невезуха! Абсолютно! Придумать сейчас нам всем. Афиши, вы занимаетесь. Гастроли, афиши, это по вашей части. Ну, собственно, и все, и в магазин за тряпками. Захар чем надо заниматься еще? Понятно. Захар идет Захар учиться просто руководит. В школу. Спасибо большое вам, дорогие друзья. Всем спасибо. Текст вам направлен. Следующий исполнитель, который регулярно